Государственный академический ансамбль «Песни и танца Калмыкии Тюльпан». Ваши аплодисменты, дорогие зрители. Музыкальный руководитель оркестра, народный артист Республики Калмыкия Александр Бадмагаряев. Главный хормейстер, заслуженная артистка Республики Калмыкия Майя Батутимирова. Главный балетмейстер, заслуженный артист Республики Калмыкия Владимир Бамбарыков. Режиссер концерта, заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Алексей Сарангов. Директор и художественный руководитель Государственного академического ансамбля «Песни и танца Калмыкии Тюльпан», заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Савр Катаев.